Погода празднику не помеха, говорит журналистам заместитель директора Росгосцирка Олег Чесноков. Тем более, что все городские службы работают слаженно и оперативно. И этот факт отмечают все представители циркового искусства. К большому празднику уже готовится площадь у цирка. Здесь в полдень пройдет торжественное открытие конкурсной международной программы любительских цирков. Сыграют цирковые оркестры, пройдут мастер-классы, а также будут работать аттракционы. Актриса Ольга Погодина покажет уникальный трюк. Она положит голову в пасть тигру. Кроме того, сущенцев и гостей курорта будет приветствовать знаменитый российский клоун Олег Попов. Он впервые за 25 лет примет участие в цирковой премии в специальной номинации «Легенда». Что полагается, все, что мы с вами ожидаем, это состоится. И слоны, и тигры, и все остальные наши важные, значит, события. Я должен сказать, что буквально завтра, в день открытия всего этого, в 19 часов у нас в цирке, будет большое шоу, называется «Росгосцирк навсегда». Это те работы, которые были сделаны в Росгосцирке в этом году. Но сказать, что это шоу так, шоу, это ничего не сказать. Это шоуще. Что касается конкурсных программ, то они будут проходить на арене сочинского цирка, в летнем театре парка имени Фрунзе и в зимнем театре. Заявки на участие в премии «Мастер» подали более 400 коллективов из более 30 стран. 1 июня завершилось зрительское голосование. Пятерки лидеров в 12 номинациях уже определены. В конкурсе также пройдет смотр молодых артистов «Мастерок». Свое мастерство продемонстрируют представители любительского циркового искусства. Каждый приезжает и хочет быть первым. А наша задача нелегкая. Кто же все-таки больше продвинулся? Кто же сделал какие-то другие достижения на базе того, что у нас уже в цирке было? Надо хоть маленький шаг, но делать все равно вперед. Вот и будем смотреть и отбирать. Торжественная церемония награждения победителей, единственная в мире международной профессиональной награды в области циркового искусства, состоится в сочинском цирке 30 июня. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.